В городе Самара прошел вечер хвалы и поклонения. Молодежь из разных протестантских церквей собралась вместе ради одной общей цели – прославить Господа. Это первое совместное мероприятие самарской молодежи, которое положило начало крепкой дружбы и возможности совместного влияния на город через молитву и хвалу Богу. Наши совместные молитвы, наши совместные встречи, они направлены на созидание и становление молодежи и чтобы возбудить в них ревность и действительность, чтобы они могли взять ответственность пред Богом за свой народ, за свою страну. Молодежные пасторы и лидеры вместе с молодежью молились за город, за близких, за семьи. Я даже считаю, что вечер хвалы и поклонения вместе с молитвой – это процесс не просто наполнения, вдохновения, каких-то внутренних перемен. Да, это есть. Но самое главное, я считаю, что это время для того, чтобы влиять на город. Потому что в процессе нашей хвалы и, самое главное, молитв, мы совершаем огромное служение для нашего города. На вечере выступали разные молодежные команды прославления. Каждая звучала особенно, привнося в поклонение свой вклад. Я думаю, да, классно смотреть на разные команды, разные стили поклонения, потому что Бог, Он всегда в каждом стиле, независимо от того, каким образом звучат инструменты, каким образом звучат голоса, Бог есть в каждой ноте, в каждой музыке. И это классно, когда любая песня, когда наше творчество, оно направлено на поклонение Богу. Несмотря на все сложности в подготовке, в организации концерта, вечер все же состоялся, и в нем участвовала молодежь с открытыми сердцами и желанием услышать Бога. Когда мы все собираемся в единстве, в благодати, мы в одном духе, это классно, это просто супер. Я думаю, то же самое переживали апостолы, когда на них сошел Дух Святой, на всех. Ведь они были все разные, но собрались в одном месте. Специально для телеканала «Благих новостей», пресс-центр церкви Маранафа, город Самара.